Катя, пойдем домой. Катя, домой пойдем. Пойдем домой, Катя. Ты сказала, на 5 минут зайдем в этот магазин косметики. Мы уже 3 часа ходим, Катя. Ну зачем тебе столько косметики, скажи, пожалуйста. Тут уже на 10 тысяч, Катя. На 10 тысяч? Значит, я еще не все купила. Это не все, что ли? Нет, Катя, мы не можем столько тратить на косметику. Надо что-то убрать. Вот что это такое? Скажи, что это? Вот это. С маслом жлоба. Что это? Жажаба. Это дезодорант. Ничего себе цена. Я столько в день зарабатываю, Катя. То есть я день потею, чтобы ты день не потела? Нет, Катя, это перебор. Вот что это такое? Это что это? Усы для лилипутов. Что это? Это накладные ресницы. Свои носи за такие деньги. Нет, ну тут явно что-то лишнее. Вот что это такое? Что это? Что это? Тени для век. У тебя сколько глаз? 2. Почему теней 8? Так, это что? Блестки для век, 750 рублей. О! Это для глаз блестки, это очень красиво. Ну-ка. О, и правда, так красиво, Катя, тебе так идет. Тупой, это надо открыть и наносить. Не, если наносить, они закончатся, так носить будешь, так ходи, все. Блестки для глаз, это что? Так, это что такое-то? Фу! Почему этот плевок гномика? Стоит 850 рублей, Катя. Это органик. Это крем из полностью натуральных природных компонентов. Так, читаем состав природных компонентов. Фенолформальдегид. Гексадрил пентобарбитурата. Штенеприловая кислота. Катя, у меня клей для склеивания чугуна. Там состав один в один. Вот, смотри. Кроме экстракта розовых лепестков. Причем это в клее есть, а в твоем креме нет, Катя. Ну мне нужен крем. Вон тот бери, он маленький, наверное, недорогой. Это пробник. Это бесплатно дают попробовать. Не понравилось, не берешь. А если понравилось, тогда берешь большой флакон. Вот бы с бабами так. Он знает. Не понравилось, не беру. А то сразу берешь большой флакон на всю жизнь. Причем с каждым годом флакон все больше и больше. А у тебя дозатор все меньше и меньше. Ты не держи меня тут. Не мешай мне, мне еще кисточку надо. Вот, я вот эту выбрала, вот. Чё? Вот эти 3 волосины сдохлой крысы, 1200 рублей? Катя, я в строительном магазине купил кисточку за 50 рублей. Во, сравни! А я думаю, чё ты красишься каждое утро там по полдня вот это? Конечно, такой пиндюркой водить, фасад заштриховывать. Этой будешь краситься, моей 2 раза маханул, всё, мой как готов. Всё. Никакая это не крыса, это белка. Вот я так и знал, что без белки не обошлось. То есть ты напилась, пришла белка и говорит, Катя, купи мне вот эту байду за 1200, а муж лошок он все оплатит. Это тебе тоже белка посоветовала вот это вот за 400 рублей, что это? Это лосьон для увлажнения кожи. Почему водой нельзя увлажнять? Вода не увлажняет, вода сушит. Алло, Академия наук, записывайте новые знания, да. Вода сушит, это Катенька моя открыла, да. Поняли, бараны тупорылые, ничего не соображайте в физике своей. Ну-ка, какие еще открытия ждет Вселенную, Катюшенька? Что это вот за мурня вот за 700 рублей? Что это такое? Это гидрогелевые гиалуроновые регенерирующие патчи.
Чё? Ну тут же русским языком написано. Гидрогелевые гиалуроновые регенерирующие патчи. Их накладывают на веки. А, ну если на веки, тогда нормально, с век. Это ж 100 лет, 700 рублей на 100 лет. Надо мне доходить. А почему 3 пачки, Катя? Одна пачка закончится, я вторую открою, потом третью. Ты что, 3 века жить собралась, что ли? Как черепаха тортила, что ли? Не, Катя, какой-то везде развод, везде обман. Вот что это такое? Состав, ты почитай состав. Экстракт гортензии, масло гуаявы, вытяжка плодов мангустина, бальзам с проминералами, сок манго. Ты уверена, что это необходимые компоненты в туалетной бумаге, Катя? Ба! Да тут еще восстанавливает естественный румянец. Устраняет мимические морщины, Катя! Чему там кривляться, скажи мне, пожалуйста? Там одна морщина. Не дай бог ее устранить, это смысл органа теряется, понимаешь? Ну как ты не понимаешь? Я это все покупаю для тебя. Чё? Ну чтобы тебе нравиться. Вот, помоги мне выбрать духи. Какой запах тебе понравится? Смотри, я набрызгалась пробниками. Смотри, вот этот запах. Вот эти. Потом у меня уже руки закончились, я на ногах брызгалась. Вот эти. Какой мне выбрать? О, это бери, это нравится мне. Ты тупой, это я утром колбасу резала. Вот колбасой и душись, Катя, колбасой и душись. Да ты с утра и ходи вот так вот с колбасой. Боже, сколько тут лишнего, что тут набрала? Это что у нас такое? Вот это баба вон в сметане морда у нее, что это такое? Это маска. Для женщин старше 70 лет. Вот это поворот. Ты что, паспорт подделала, старуха? Ты что из меня Прохора Шаляпина делаешь? Это маска моей маме. Твоей маме нужна одна маска. Маска черта! Она одна ее может украсить. Ну, господи, набрала всего. Что это такое? Это что такое у нас за 850 рублей? Что это? Это масло для кутикулы. Кто это кутикула? Подруга твоя, что ли? Почему я должен для какой-то кутикулы масло покупать? Я не понимаю, такое дорогое еще. Пусть сама себя покупает. Это масло для моей кутикулы. А, ты так это называешь? Ну тебе этого пизеречка мало будет, Катя. Тебе литра 3 надо будет. Ты недооцениваешь свою кутикулу. Кутикула это вот, вот, возле ногтя. Вот, где? Вот, вот, видишь? Где? Я ее не вижу, где она? Ты ее не видишь, потому что ее у меня нет. Кутикулы. У тебя нет кутикулы? Но ты покупаешь масло для кутикулы. Да. А зачем ты покупаешь масло для кутикулы, если у тебя нет кутикулы? Так у меня потому и нет кутикулы, что я покупаю масло для кутикулы. А! И щелунка. Скажи, я покупаю патроны? Нет. А почему? Потому что у тебя нет ружья. Молодец, 5. А почему ты покупаешь масло для кутикулы, если у тебя нет кутикулы? Потому что если я не буду покупать масло для кутикулы, у меня вырастет кутикула. То есть, если я не буду покупать патроны, у меня вырастет ружье? Вот как трудно с тупыми. Это мы тупые, Катя, да? А ты посмотри, что ты покупаешь. Что это у нас еще? Вот, что это? Пинцет для выщипывания усов. А, понял. Это как с кутикулой. Все, понял.
Катя, милая моя, дорогая, не надо тебе это все покупать. Ты пойми, ты жертва маркетинга. Тебе специально свет поставили, здесь музыку включили, духами набрызгали, чтобы ты стремилась сюда, тянула тебя, как муху на это вот, на повидло, понимаешь, Катя? Вот тут много лишнего, что это такое, шапочка для душа? Ты что, мерзнешь в душе, что ты шапки моешься, Катя? Это что у нас такое, вон, где-то? Духи соблазн. В чем соблазн, Катя? Спирт 75%. Согласен, есть соблазн. Ой, как мне все нравится здесь, Катя. Сколько нужного, бог ты мой! Ой-ой-ой, шапочка для душа! Это что у нас, гидрогелевые, гиалуроновые, регенерирующие патчи? Все, выветрилось! Выбрасывай все, стеклотару, все выбрасываем, берем самое нужное, пошли домой. Мне все нужно это, мне нужно все это. Катенька, пойми, пожалуйста, тебе это все ничего не нужно. Природа создала женщин совершенными изначально, понимаешь, Катенька, моя дорогая. Это все придумали маркетологи для того, чтобы заработать на нас с тобой деньги. Они все это впаривают нам, понимаешь, мужчина, он ценит в женщине прежде всего не килограммы косметики, которые на нее нанесены, а ее прекрасную душу, родную женскую душу, понимаешь? Женщины, милые мои, вы прекрасные на самом деле, вот такие, какие вы есть. Катенька, милая, я люблю тебя такой, какая ты есть, Катя. Какая я есть? На мне сейчас праймер, консилер, хайлайтер, тональник, корректор, румяна, пудра, тушь, тени для век, блески для век. А вот это усы для лилипута. Вот мое фото, где я без косметики. Ай! Все берем, Катя, еще я возьму кредит, все наберем, все. Три таких корзины берем с собой. Все, берем, все, я же на кассу бегу, я на кассу, все. Жду тебя, Катю, все. Вот как полезно носить с собой фото Никиты Джигурды.